Ник. С кем ты будешь в команде? Мне выпал рейсер. Ахаха, тебе придется делать розовый костюм на третий тур. Ничего смешного. А давай меняться мелкими. А кто у тебя? Ножка, но! Моя мелкая сестра. Мы точно ни к чему с ней не подготовимся. И-га-га! Ой, нет, я лучше буду в розовом. Не получилось. Ладно, идем, нам готовиться надо. Я буду быстрее, но не сегодня. Ой, вы что, уже тренируетесь? Вообще-то уже потренировались и идем готовиться к интеллектуальной части. Когда успели? Ну что, как время? Диана, ты молодец, но можешь еще быстрее. Так, сколько время? Все, бежим, мне нужно готовить эликсир. Ну давай, засекай, я уж точно буду быстрее Дианки. Марш! Как марш? Уже марш? Бегу! Раз, два, три, четыре, пять! Воу, скользит! Какая скользкая! О, бревно! Так пробегу! Фу, ну что, я быстрее Дианки? Знаешь, я, кажется, секундомер забыла включить! Все, сама беги, я больше не побегу! Вопросы на скорость, внимание! Угу! Столица Китая! Гонконг! Сколько материков на Земле? 6! Ахаха, а чего это вы ширмы отделились? Не мешай! Малышка, идем! Эй, где ты там? Как вкусно! А ну-ка иди сюда, кого ты такая ненасытная? Давай, задавай мне уже вопросы! Не забывай там кнопку нажимать! Да-да, быстрее уже! Ну давай корень из 9! Вероника, отойди немножечко! Эй, мы вообще-то готовимся! Я могу выключить звук! Мы точно проиграем! Так-так, еще ромашки и капельку меда! Диана, я принесла все, ты просила! Сейчас будет волшебство! Ох, костюм это самое сложное! У тебя есть идеи? Сейчас будут идеи! Готово! Ух ты, Диана, ты настоящий гений! Я ведь как ягодка! Нам нужен этот эликсир! Диана, привет! Эй, вообще-то у нас тут секретики! Всех уже зовут, мы начинаем! Да-да, мы идем! Ой, сколько склянок! Какое же зелье! Возьму вот эту! После свистка все стартуем! Побеждать, побеждать! На старт! Ну что, Дианка, готова? Как никогда! Марш! Вероника, скунс! А, где? Ха-ха, поверила! Эй, мухлёж, судью на мыло! Я тебя почти догнала! А вот и нет! Юху, юху, Вероника, давай быстрее! О, самое классное! Вау! Я буду первым! Нет, я! Я! Обе команды финишировали одновременно! Еле добежала! Ты молодец! Нам еще 2 тура! Зажимаем кнопку, отвечаем! Всем понятно? Да-да, проще простого! Кнопка не наша сильная сторона! Что можно видеть с закрытыми глазами? Сон! Эх, я же говорила! Не засчитано! Отвечает команда Дианы! Конечно же, это сон! Юху! А мы были первые! Какой месяц короче всех? Май! И это правильный ответ! Да-да! Кто говорит на всех языках? Ой, ну что ж, ни одной лампочки, что ли, не зажгло? Первая была команда Дианы. Ученый! Ответ неверный. Это же эхо! Правильно! Юху-юху, мы выбиваемся в лидеры! Ты молодец, но наш козырь – это 3-й тур. Ух ты, Панки, какой у тебя классный костюм! Спасибо, Дианка, у тебя тоже очень классный. Ну что, мелкая, вдруг достала? Ага! Ладно, банан так банан. Ага, ты на ананас похожа. Вероника, ты опять все перепутала. Ладно, подумаешь, другой фрукт, идем. 3-й тур конкурса объявляю открытым. Команда Панки и костюм Арлекино. Уху, всем спасибо за аплодисменты. Голосуйте за меня. Как?
Команда Ри и костюм феи. Голосуйте за нашу команду! Команда Вероники и костюм спелого ананаса. Аплодисменты, аплодисменты нашему классному костюму! Голосуйте за нас! Команда Дианы и костюм клубнички. Надеюсь, что наш костюмчик вам понравится больше всех! Ребята, голосуйте в комментариях, какой костюмчик победил в этом конкурсе! Ставь лайк и подпишись на наш канал! Лайк, лайк, лайк!